Ребята, привет! После моего крайнего видео по Байтексу, где мы разбирались, что вообще происходит, где админы, где наши монеты, что с монетой, что вообще с биржей происходит, какие перспективы, куча людей просто написали мне в личку, что вообще, как я вижу, кто виноват, наши два любимых вопроса, кто виноват и что делать. Ребятки, давайте, кто виноват, я думаю, это мы уже взрослые люди, мы не будем вообще даже этот вопрос разбирать. Нам сейчас интересно заработать денег. Вот что делать, я вам сегодня расскажу про акцию от нашей команды, которую мы решили с командой провести именно для тех ребят, которые потеряли деньги в Bytex, особенно те, которые заходили там совсем недавно перед тем, как, ну я не знаю, называть это скам или нет. Ребята, дружище, вот ты смотришь, напиши, вот как ты чувствуешь вот от души, напиши в комментариях, Bytex скам или Bytex не скам. Вот давайте просто посчитаем в комментарии, сколько людей вообще верят в то, что Bytex скаманулся, и сколько людей еще все-таки надеется, что Bytex не скаманулся. Мне очень интересно, все ребята увидят вообще просто настроение, что происходит. Я думаю, всех сейчас накаленные нервы там, ну, опять же, не будем об этом, давайте думать о хорошем. Ребята, те, кто вообще первый раз попал на мой канал, кто первый раз смотрит мои видео, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю именно в интернете только. Я создатель Crypto Leaders Club, где обучаем новичков и не только новичков заработку в интернете. Упор делаем на создание пассивных доходов. Про это сегодня и буду рассказывать. Смотрите, друзья, от нашей команды мы проводим такую акцию. Мы зарабатываем сейчас в проекте Artery. Чем он нас привлек? Что здесь есть больше 4 видов пассивного дохода. Это не то, что было в Bytex'е, там только монетки были, там, ну и все, в принципе. И обещания иногда там админов, что она вырастет, как там, ну, в общем, вы все помните. Не будем опять возвращаться. Давайте про результат, чтобы вы понимали, что как бы за несколько месяцев в данном проекте я заработал больше, ну вот вы видите, 1,5 миллиона рублей. На данный момент я получаю пассивный доход чисто с одного только способа здесь заработка больше 270 тысяч рублей. Есть еще 3 способа заработка. На данный момент это где-то больше, там, по-моему, 500-600 тысяч рублей в месяц. И это только начало, ребятки. Что, давайте теперь сразу не будем про меня, давайте, что мы предлагаем, какую акцию мы хотим сделать для ребят, которые потеряли в Bytex'е и которые хотят реально получить реальные способы заработка. К тому же проект, в отличие от того же Bytex'а, есть классный админ, который, это не какие-то продажные, не те, которые лепят эти проекты, каждые там полгода скамят их и создают новые. Админ сам такой же, как мы, он просто топ-лидер, он создавал свои команды больше 50 тысяч человек, и он тоже, как и мы, надоело ему уже просто кормить этих скамных админов. Он создал свой блокчейн за свой, за свои деньги, никаких инвесторов не привлекал, никакие монеты не привлекал там, для того, чтобы создать, там, как они рассказывают, рекламу, там, сайт сделать и все такое. Все за свои деньги. Человек публичный, человек постоянно на связи. Постоянно устраивает там, свои прямые трансляции, можно с ним общаться в соцсетях. Ну, опять же, сравниваем с Bytex'ом. Это вообще небо и земля. Плюс, опять же, реальные способы заработка, больше 4. Плюс монета, которая тоже своя, собственная, которая уже торгуется на бирже CoinsBit, не какой-то своей бирже придуманной, которая тоже там то закрывается, то открывается, то там подкручивает, как некоторые рассказывают, там какие-то нолики рисуют и все такое, монеты какие-то там появляются, исчезают виртуальные. Здесь все можно проверить, в блокчейне все прозрачно, все. К тому же, опять же, монета на бирже, на независимой бирже торгуется, есть свой обменник, все, ну, очень все классные условия, ребята, не буду затягивать. Сразу рассказываю про акцию. Ребята, кто хочет попасть в нашу команду, что мы даем тем новичкам, которые заходят в нашу команду? Смотрите, большинство там лидеров, там, они там, естественно, ставят всех своих. Здесь тоже партнерская программа крутая, на 10 уровней в глубину. И плюс пассивный доход, опять же. В большинстве ставят всех, там, кто приходит по своей реферальной ссылке, в первую линию себе. Мы не ставим первую линию, мы прокачиваем ребят, помогаем новичкам, те, которые активно хотят зарабатывать, проходят обучение. Ну, вообще активные ребята, которые попадают в нашу команду, мы ставим, помогаем этим ребятам строить их команду, их структуру. Ставим глубину, прокачиваем команды ребятам, которые приходят в нашу команду. Помогаем им прокачивать команды их.
ставим их, им, ребят своих, не ставим себе в одну линию, помогаем им закрывать статусы. Здесь статусы вообще крутые. Совсем недавно, ну, там куча подарков от там, AirPods, айфонов. Айфоны, кстати, я на него снимаю тоже. Ладно, не покажу. Недавно получил айфон. Есть проценты от товарооборота компании. Это вообще круто. От 1 до 5%. Там просто, ну, много... Миллиардная уже компания, это только начало. Проект буквально там несколько месяцев стартанул, все только начинается. Вообще заходить самое время, ребятки, все только начинается. Плюс есть автобонус, опять же, не кредитный, не какие-то там в лизинге кредиты, там выдаются просто деньги на покупку машины. И уже люди, некоторые получили их, тоже можно будет познакомиться. Ну а смотрите, ребят, опять же, возвращаясь к акции. Если вы хотите попасть в нашу команду, если вы хотите по акции получить помощь, поддержку, построение команды, получение и выстраивание своих пассивных доходов, которых тут, опять же, напоминаю, 4 настоящих, компания на своем блокчейне, все прозрачно, вы все можете посмотреть, никакие админы, публичные люди, которые вообще там постоянно на связи, там 24/7, постоянно на связи человек находится, даже там сейчас лед в Дубаях, лидерский собирается, человек постоянно снимает там в Инстаграме отчет, как все это готовится, вы скоро все это увидите, все круто, все просто, ну, реально человек, который, опять же, напоминаю, не админ продажный, человек такой же, как мы, который строил тоже, ну, 50-тысячные структуры, просто захотел, надоело ему просто кормить таких, как Bitex и админов, которые вообще пропали, и все, им плевать на людей. Он тоже был в разных проектах, поэтому создал свой проект, который для народный проект, который там вход всего $25, вход проект. Плюс там инвестировать можно от 100 рублей, это вообще может любой себе позволить. Плюс, опять же, все сделано для людей. Ребятки, кто хочет зарабатывать в нормальной компании, которая только развивается, многие там сейчас называют это вообще новый биткоин на стероидах, которая только начинается, монета растет постоянно, она уже там 5 раз выросла. Даже, дружище, смотри, после выхода на биржу монета выросла в несколько раз. Хотя все большинство проектов, ты знаешь, они при выходе на биржу, тем более независимые, просто в ноль улетает монета, все, админы уезжают куда-то отдыхать, и мы остаемся без ничего. Ну, все помнят даже по Байтексу, как там крутили. Ну, правда, там еще и своя биржа была, там вообще было грех им не покрутить, так сказать. В общем, ребята, дружище, если ты хочешь попасть хорошую команду, где тебя поддержат, где будут помогать тебе строить глубину твою структуру, с которой ты тоже будешь получать деньги. Здесь 10-уровневая партнерка. Дружище, не тяни время, переходи по ссылке под видео, пиши мне в личку, приходи на мой канал, пиши мне, что я хочу зарабатывать, получить бонус новичка, и мы начнем зарабатывать прямо сейчас. Ребята, времени не надо, не надо тянуть времени, вы сами видите, хорошие проекты не так часто попадает, и не нужно ждать, когда там уже пройдет там несколько лет, несколько месяцев, все уже зайдут в эти проекты, заработают миллионы свои, там, может, даже десятки миллионов. А ты, дружище, будешь сидеть и думать, там, какие-то там, кто-то тебя обманул, там, Bitex, не Bitex. Забываем все обиды и начинаем зарабатывать просто сейчас. Переходи по ссылке, пиши мне в личку, и начинаем зарабатывать прямо сейчас. Все, ребятки. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мои каналы, пишите в комментариях, если есть вопросы. И до новых встреч, ребята!